western part of Scotland and Wales later on. Also northwestern parts of England, but further south, we can return very lighter patches, possibly even still dry still today. And meanwhile, eastern parts of Scotland should stay dry. Yes, but then we're reaching all through the winter springs and other wet days to parts of Scotland. Ну как, сало-то нежное? Фотографии с линами. Ну, да. Куда они нужны? Все же линии не подаришь. А, кстати, линии ничего не достается. Все каждый раз, когда фотографии напечатаю. Компромат записываю. Я с ним уже в очередной ссоре, понимаешь? Я не знаю. Он мне есть же. Я тебе показывал некоторые компроматные фотографии. Да? Так вот. Во всех видах. Поеду сам тогда, раз хуй буду везти. Горе будет. В Сингапуре потеряю. И опять рыбаки попадутся, наверное, которые в Сингапуре рыбу ловят. Атлантика, кстати. Да. Где-то в середине Атлантики. Но не в середине. Не в середине, но объяты Атлантикой со всех. Ну, недалеко от Атлантиды. Сторон. От Атлантиды. Слушай, меня поражает другое, это же пальма. Как она при таком климате растет, если тут даже минус. Здесь мягкий климат. Здесь. Не, ну минус-то она не выдержит, минус-то. А здесь его и не бывает. Ты что, не знаешь об этом? А воздух как не югак, да? Воздух изумительный просто. Туберкулезный тур надо организовывать за низ. Смотри, лес даже какой-никакой с елками, да? Лес-то? Да, типа сосен что-то. Меж берез и сосен, помнишь, да? Как жену лес? Родную заправляю БМВ в нетрезвом состоянии. Среди песков и пустинов, да? Как жену родную. Ну это потому что пища попала. Может поспать еще? Да нет, вот это я думаю, что не стоит. Сейчас самое здоровое время. Позавтракали и воздухом подышать. Воздух прям, я его, алкоголизм какой-то, так дышать и дышать хочется. Вообще. Плачет Белоснежка. Кровать-то какая красивая, из дерева резная. Yeah.